Всем привет, вы на канале RockCD. В сегодняшнем моем видео у меня будет обзор оформления третьего студийного альбома канадской группы Nickelback Silver Side Up, выпущенного в 2001 году. Диск с этим альбомом у меня фирменное европейское издание. Вот такая вот обложка к этому альбому. Здесь на переднем плане Джевела нас встречает вот такой вот рекламный стикер, из которого мы можем следить, что данный релиз включает в себя хит-сингл, песню How You Remind Me. Это по-настоящему хитовая песня. Во многом благодаря этой песне группа получила мировую известность. И этот альбом разошелся миллионными тиражами по всему миру. Этот альбом группы состоит из 10 песен. На 3 песни из этого альбома есть официальное видео. Это два официальных видеоклипа на песни How You Remind Me и Too Bad. Также есть концертный видеоклип на песню Never Again. Я с группой познакомился 20 лет назад, когда увидел видеоклип на песню How You Remind Me, который очень часто в то время ротировался на музыкальных каналах и радиостанциях. Вот такая вот накатка диска. В прошлом году исполнилось 20 лет уже этому альбому. Значит, к этому альбому идет буклет-раскладка на 10 страниц, где внутри идут на вот таком вот фоне тексты песен по порядку их на альбоме. Этот альбом также издавался у нас на территории Украины компанией Moon Records. Они умудрились оригинальную раскладку сократить до 8-страничного буклета книжки. Тексты были в разнобой из-за того, что сделали книжку. Просто перередактировали, по сути, буклет-раскладку. Ну, и 2 страниц, по сути, в нем не было. И обратная сторона буклета. Здесь вот такое вот фото, чет и команда, состав группы и кредиты, благодарности. И еще вот такое вот фото группы на последней странице. Вот такой вот буклет-раскладка к третьему студийному альбому группы Nickelback, который принес группе колоссальный успех. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, оценивайте видео и до следующих крутых обзоров. Всем пока!